Здравствуйте! В эфире программа «Открытое правительство». Алтайский край вовсю готовится к прохождению паводкового периода. После крупномасштабных наводнений предыдущих лет тема не теряет актуальности. Что делается для того, чтобы регион выдержал натиск природы? Предпринимаемые меры мой коллега Глеб Полянский обсудил с заместителем председателя правительства Алтайского края Игорем Борисовичем Степаненко. Здравствуйте, Игорь Борисович. Добрый день. Какой прогноз по паводку и какие превентивные мероприятия проводят власти для минимизации его последствий возможных? Мы наблюдаем достаточно такое ровное таяние снегов на территории Алтайского края, но вместе с тем, по всем прогнозам, наступление паводкоопасного периода ожидается где-то на 6-10 дней ранее, чем по многолетним наблюдением. В ближайшее время на ряде территорий края проявление все-таки традиционных для территории явлений, значит, подтопления, оно неизбежно. Из 69 муниципальных образований на территории края 48 подвержено риску затопления. 204 населенных пункта – это более, получается, 42 тысяч населения. Первое распоряжение в этом году, 11 января, которое было подписано губернатором края Виктором Петровичем Тавенко, было связано именно с подготовкой территории к паводкоопасному периоду. И вот это первое распоряжение реализуется на сегодняшний день в виде плана мероприятий, которые касаются всех подразделений единой государственной системы противодействию чрезвычайным ситуациям. И сегодня как краевая власть, так и муниципалитеты в части своей компетенции готовятся к паводкоопасному периоду. Мероприятия эти должны быть выполнены. Хочу сказать, что на сегодняшний день и необходимый запас материальных средств, и финансовых средств, значит, он достаточно высок. Территориям было рекомендовано иметь в своих бюджетах резервный фонд на случай необходимости там, по паводкоопасному периоду, пожароопасному периоду. И точно так же и краевая власть имеет достаточные резервы для того, чтобы сегодня быть готовыми оказывать необходимую помощь населению, если уже до этого дела дойдет. Какие силы и средства планируется привлечь для ликвидации последствий половодья? Активная часть тех общих сил и средств, которые мы сегодня сформировали, это 15,5 тысяч человек, начиная от МЧС и заканчивая хозяйствующими там субъектами, да, например, там предприятиями, учреждениями, организациями. Привлекается 4700 единиц техники, более 120 единиц плавсредств. У нас на сегодняшний день заключены договоры с авиацией, это вертолеты, значит, МЧС будет использовать беспилотники, значит, специальные, значит, квадрокоптеры и другие виды техники, которые на сегодняшний день уже активно используются при возникновении чрезвычайных ситуаций. Кроме этого, подготовлен 191 пункт временного размещения жителей края, почти на 40 тысяч человек в случае необходимости. Разработаны, так скажем, маршруты эвакуации. Созданы мобильные группы, которые в случае необходимости в течение от 1 часа до 2 будут формироваться, например, на базовых, так скажем, точках. Ну и, конечно же, в рамках деятельности органов местного самоуправления практически все эти подразделения готовы в течение часа уже прийти на помощь людям, которые будут нуждаться. Стремимся к тому, чтобы не допустить таких ситуаций, которые преподносила природа краю в 2014 и 2018 году. Масштабные учения сил МЧС края прошло в районе поселка Затон. Готовность спасателей противостоять водной стихии проверили заместитель председателя правительства региона Игорь Степаненко и в РИО начальника главного управления МЧС России по Алтайскому краю генерал-майор внутренней службы Александр Макаров. Несчастье случилось в районе поселка Затон. Местный житель решил перейти ледовую переправу в незнакомом месте, лед треснул и человек оказался в холодной воде.
Так звучала легенда для сотрудников МЧС, участвовавших в учебном спасении утопающего. Чтобы спасти пострадавшего, им потребовалось 10 секунд. Место для учений выбрано не случайно. Поселок Затон, который каждый год подтапливает паводковыми водами. По прогнозам специалистов, в этом году талая вода может накрыть 25 алтайских сел. Проинспектировав готовность спецтехники и личного состава Краевого МЧС к весеннему половодью, Игорь Степаненко отметил, что в правительстве региона на днях прошла межведомственная комиссия, посвященная паводковой проблеме. По прогнозам, интенсивное таяние снегов должно начаться в начале апреля. К этому времени все службы должны быть готовы профессионально встретить удар стихии. Мы свою работу совместно со всей территориальной подсистемой РСЧС строили в два этапа, будем так говорить. Значит, первый этап заключался именно проведение организационно-технических мероприятий для того, чтобы муниципалитеты, органы власти, населенные пункты были подготовлены именно в техническом вопросе прохождения паводка. Это расчистка ледяных канализаций, проведение работ по берегоукреплению и так далее, в том числе и распиловка льда и чернение льда. По словам Александра Макарова, Главное управление МЧС по Алтайскому краю прорабатывает все возможные сценарии, связанные с прохождением паводка. Как действовать самим людям в экстремальной ситуации, если подтопление уже началось? У нас на территории края сегодня действует 50 гидропостов. Это посты, которые в ежечасном режиме передают информацию, и эта информация анализируется, проверяется уровень воды в водоемах, в наших основных реках, которые наибольшую опасность представляют. Мы уверены в том, что население своевременно получит сигналы о возникновении каких-то угроз по подтоплению. Подготовлены специальные рекомендации, производятся обходы территорий, раздаются памятки, в которых указывается, куда нужно обращаться, по каким телефонам, какие первые действия должны быть предприняты. В первую очередь, конечно, такая работа проводится с, ну так скажем, особыми категориями людей. Это и пожилые люди, это многодетные семьи, это учреждения и организации, где у нас сегодня находится население, начиная там от детских садов, больницы, социальные объекты. И полагаем, что ну, особенно частный сектор, который подвержен наибольшим риском, полагаем, что, ну, наверное, ни один дом сегодня не останется без какого-то инструктажа, без какой-то оценки межведомственными вот этими группами, которые активно работают уже 2 месяца по этому вопросу. В зоне риска подтопления в Алтайском крае находится 42 тысячи человек. Об этом губернатор Виктор Томенко информировал участников совещания, руководителей регионов Западной Сибири, которое прошло в Белокурихе. Совещание провел полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло. По словам Сергея Миняйло, основная задача сегодня – снизить до минимума возможные риски и потери. В Сибири в зоны возможного подтопления могут попасть 430 населенных пунктов, в которых проживают около 120 тысяч человек, а также 612 участков автомобильных дорог и 107 социально значимых объектов. Безопасность Республики Алтай и решения, которые будут приниматься по противопаводковым мероприятиям и в случае возникновения ЧС в Республике Алтай. Вот эта волна от Республики Алтай, она половодья, прокатится по всем регионам, в том числе в случае серьезных таких угроз, и до Кальции, до Томской области тоже. Здесь важно нам координация и не упустить ситуацию из-под контроля. Начиная по всем регионам. Особую опасность представляет промерзание почвы в Республике Алтай на 2 и более метра. По словам специалистов, вода может скатиться с гор по промерзшей поверхности земли и хлынуть в долины. Выступая на совещании, губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что на реках выявили 25 ледяных заторов, где возможно осложнение паводковой обстановки. В ближайшее время на этих участках будут проведены взрывные работы. Основные усилия при подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод направлены на очистку и вывоз снега, на очистку ливневых стоков,
на отсыпку низменных участков местности, прокладку и очистку водоотводных каналов в населенных пунктах, распиловку и чернение льда, а также на проведение предупредительных взрывных работ на заторопасных участках. Сергей Миняйло призвал власти регионов своевременно информировать население о развитии ситуации, используя все возможности систем оповещения. По словам Виктора Томенко, в крае подготовили к работе 191 пункт временного размещения людей. В спасательных и аварийно-восстановительных работах готовы принять участие более 15 тысяч человек, 5 тысяч единиц спецтехники. Краевые власти сообщают, что на проведение противопаводковых мероприятий в регионе создан финансовый резерв в размере более 500 миллионов рублей. Напомню, в 2014 году Алтайский край пережил сильнейшее за последние 50 лет наводнение. От стихии в регионе пострадали 47 тысяч человек. Ущерб краю превысил 5 миллиардов рублей. Игорь Борисович, каковы итоги прошедшего совещания и какие даны рекомендации? Мы понимаем, что у нас две волны паводков. Первую ожидаем в ближайшее время. И уже можно сказать, что вот в эти дни. Вторая волна паводка, как правило, она наступает в мае, когда идет таяние снегов и льдов в Горном Алтае, когда из Республики Алтай мы получаем, значит, вот эту большую волну, большой приток тающего льда. И в этом году ожидается, что этот процесс тоже начнется раньше, не в мае, а в конце апреля. И межрегиональное взаимодействие в этой части, ну, является очень таким важным фактором, что если к нам вода пойдет оттуда, то она пройдет и Алтайский край, и еще и доберется до Новосибирской области. Поэтому, конечно, предпринять меры межрегионального воздействия – это очень важно, и разработать план совместных мероприятий с нашими соседями – это вот, ну, такая вот, как бы, на мой взгляд, очень интересная задача, рассчитанная, в общем-то, на общий эффект. А снова же хочу сказать о нацеленности на предварительную готовность территории, на что обращал внимание особенно полномочный представитель. И, конечно же, на то, чтобы, ну, мы на сегодняшний день минимизировали все последствия, так как каждое такое событие – это страдания людей, это, конечно, огромные материальные затраты, моральный, конечно, ущерб колоссальный для тех, кто попадает в зоны затопления, подтопления. Большое серьезное внимание уделялось именно тому, что по результатам, когда нам приходится потом последствия ликвидировать, государство тратит огромнейшие средства, которые, конечно, можно было направить на какие-то более созидательные задачи. Не секрет, что паводок часто приносит большие разрушения и повреждает имущество граждан. А какая категория жителей Алтайского края, в случае чего, может рассчитывать на получение компенсаций за утраченное или поврежденное имущество? Материальную помощь на уровне муниципальном, региональном и федеральном получают все категории населения, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций. В данном случае мы говорим о паводках, и для нас это чрезвычайная ситуация. Межведомственная комиссия определяет уровень, насколько пострадали люди в ходе всех этих событий, насколько пострадали они, их имущество. Хотел бы обратить внимание на следующее. С этого года изменился порядок определения лиц, пострадавших в ходе чрезвычайных ситуаций. Если человек не имеет прописки, то, проживая даже по факту на территории, проживая в пострадавшем там, жилье, имея свое имущество, такой человек право на получение выплат из государственной казны иметь не будет. И на это мы обращаем особое внимание, и об этом не раз уже говорили с руководством органов местного самоуправления, и обращаемся к населению края с рекомендацией такие вопросы решить до наступления чрезвычайных ситуаций. Потому что человек, оформление документов на оказание помощи происходит в тот момент, когда на территории объявлена чрезвычайная ситуация.
На этом наша программа подошла к концу. Смотрите телеканал «Катунь-24» и будете знать все о работе регионального кабинета министров.